Опа, наш мужчина. Мужчина. Рыба? Почему рыба? Наш молодой товарищ. Потому что надо смотреть первую серию. Я не понимаю, что эта девка тут делает? Мы не будем рассказывать локальные мемы. Почему она вообще... Это наш родной. Ты что тут вообще делаешь, раз ты не смотрела первую серию? Как это так? Санчес. Ребят, всем... Сестра времени. Ребят, всем привет. У нас Sims продолжение, вторая серия. Со мной сегодня Максик, Настенька, которая не смотрела серию, поэтому и с ней мы особо разговаривать не будем. Это мы ее будем чемырить всю серию. Нет, короче, Настя, так я тебе... ничего не буду понимать. Настя, а так тебе чисто просвещение. В нашей квартире живет гном и мелочная фея. Ага. То есть нашу хату по ночам убирает гном, а мелочная фея раскидывает нам бабосики. У нас охренеть какая хата в центре Бруклина, я не знаю, где-то в Нью-Йорке, короче. Поэтому у нас прям реально Ташмахал, серьезно. Мы вот ходили... А может, да? С моим персом... Нет, это ж мой перс, логично. А, пойми, это такой кринжовый юмор. Это же... просто пока еще не поняли. Я понимаю, Настя, ты дурочка совсем, что ли? Это же мой перс, логично, что нет. Настя, тебе ты вообще... Знаешь, это жестоко. Настя, это не жестоко, это справедливо. Гипербуллинг отца. Максик, лапочка, ты не на той стороне выступаешь, ты понимаешь? Да, ну просто... Абсолютно не я... на той. Я просто потом переключусь, когда это будет надо. Ребят, как вы думаете, на какой минуте серии они засосутся? Тайм-код. Ну, в разных концах Москвы. А, ну... Зайка, это не преграда. Приезжай. Что ж, ребят. Поэтому это будет минимум через час. Стоп! Мы же с этим чуваком, точно! Я вот, мне интересно, можно с ним отношения замутить, типа, можно какие-нибудь такие... Тормозим. Другие варианты. Мы же в той серии. Романтика в натуре! Нет, романтика пока рановато, честно говоря, нужно начать с дружественных действий. Братан, мы же его пили в той серии. Мы его... Так мы с ним... Так я просто подоминировал чисто. Вы с ним сейчас враги вообще. А, я спросил, есть ли у него пара, он такой, не. Кирилл знал, что не имеет партнера. Но это так, я чисто, ребят, на будущее, вы ничего не подумаете. Ну что ж, располагайся. Кстати, мы же еще соседа по комнате разместили объявление. Очень ошалевший. У нас, типа, видишь, вообще отношения с ним зелененькие. Сейчас, поезжай. Где тут? Вот вообще, типа, почти фулл зеленые. А он в нашей хате, я не знаю, просто ходит как мама наша. Что такое? Что тут хозяйничает, ребят? Мне кажется, он красный. Это у него до предела красная линия. Я говорю, мы почти ненавидим друг друга. Типа. Подожди, во-первых, сколько времени? Час ночи, во-первых, нам надо спать. А, кстати, а где он будет спать, я так и не выбрал. Наверное, ну пусть тут же спит, да? Это его квартира, это его... У нас давай ту, которую мы освещение настроили. У нас гардероб есть! Ёб твою мать, вот у нас хата реально в натуре зверская просто, отвечаю. И по сути это очень даже... Ты сам эту хату строил? Мы, конечно, ну, типа, мы сами серьезно строим. Вообще, мы старались, ты представляешь, как, короче, я проявил свои навыки инженера, он проявил свои навыки эстетики чисто. Слушай, то есть чисто мазерлот и купить самую дорогую квартиру? Нет, мы ее сделали, я тебе отвечаю, мы ее делали. Где наш чел? Подожди, я послал его. Ты не знаешь, что у тебя гардеробная. Это я проектировал эту часть. Это он делал, да, в натуре. А у нас слив, кстати, еще доступен. Мы пополам делаем. Чувак! Я справа, он слева. В натуре, что он хавает? Ты куда? Пацан, час ночи, тебе на работу через сколько? Подожди, сейчас. На работу. 7 часов, ты дурак, спать. Выбрать кровать, улучшить. Ты спать. Слишком шумно, и Кари не может уснуть. А что шумно? А чего шумно? В смысле? Слишком шумно, Кари не может уснуть. А чего? В смысле шумно? Издеваетесь, что ли? Я что-то не слышу или как? Ну, я тебе отвечаю, но звуков нет. Мы тебе в этом вообще ничем не поможем. Так, а он спать будет сегодня? Давай, спать, наконец-то. А что, теперь чел у нас жить будет? Я так понимаю, да, у него типа, ну, у него все. Понятно, короче. Вот мы и нашли нового соседа. Мне, правда, пора, спасибо за отличную компанию, до встречи. Так-то мы и не особо его приглашали, если честно. А долг зовет. В мире полно грязи и преступлений, и Кари должен исполнять гражданский долг. Хотите присоединиться или Кари отправиться на работу самостоятельно? Присоединимся, да? Присоединимся, конечно. Ну, конечно, конечно. Что там работает-то? Он работает у нас супер. Нет, походу детективом, слышишь, мы же убирали с тобой. Да. А, да? Да, мы с тобой брали либо актёра, либо детектива. Но я такой, я заставил детектив, потому что актер будет как-то скучновато. Ребят, у нас сегодня детектив, а чё я думал, что актер. Добро пожаловать на службу. Пора начать бороться с преступностью. Первым делом стоит воспользоваться компьютером, чтобы получить дело. Как-то, если честно, это выглядит очень-очень страшно. У тебя есть хочет. Да какой есть? Извини, пожалуйста. А, тут ну он уже пошел. Тут такое есть. Ёб твою мать. Кстати, тут заведение так-то неплохое. Тут уже преступники сидят, Ленька. Ты можешь их выпустить. Реально? А зачем? Да. А я получу что-то за это? Так, я хочу, допустим, вот ее сфотографировать. Выпустить.
А, ну подожди. А зачем его выпускать с камеры? Я не знаю, ну что, пусть попробуем. Ну и чё? И чё дальше, подожди? Я думал, она убежит сейчас? Преступница? Ну, попробуй на неё нажать. Подожди, как её зовут? Ахана... Ахана Ачарин. Подожди, подожди. А, ну давай сфоткаем. Я не понимаю, что происходит. Вообще-то я думал, что она... Дрючь её нахрен просто, дай ей леща. Не, вообще-то я думал, что она убежит. Так-то. Попей её нахрен. Не надо её бить. Она хорошая. Дай ей леща. Она хорошая. А слушай, сломать, знаешь, есть такая фотка сломать колено или дать леща, знаешь? Да. Ёб твою мать, что происходит вообще? Ну и круто. Так я думал, она убежит вообще-то так-то. Я думал, отпустить, и она выбежит нахер из заведения. Ну хорошо, то отпусти ее, пусть посидит. Смешно, обыскать, снять, вежливо знакомиться, приветствую грубо. Другие варианты нажми. Выберите дверь камеры, а пусть ходит, хер с ней. Другие варианты нажми. Лепить снеговика? Да нет, все, пусть она ходит уже, ладно, хер с ней. Наш чувак, круто, это полицейский. Да похер, пусть, ладно, погуляет. Что, она так-то она, я не скажу, что она. Ну что, ты хочешь сказать, опасная преступница? Типа, ну. Она вообще так-то какая-то нулячая. Что ж, первый день проходит уже удачно. Мы убили одного преступника и лепим снеговика на работе. Где мы? Чуть за говно. Во-первых, нам нужно пожрать. Да какой. Да блин, вообще, вообще как бы да. О, ёпта, у нас фитнес-зал есть. Ни хрена себе, так у нас довольно стильное этот рабочее место. Он сам себе хавчик нашел. Да, ну, нормально вообще? Пришли на работу, мы тупо хаваем пока что. И уходим мы через... Так мы уже тут 2 часа, мы тупо похавали, выпустили преступницу. То есть мы пока что вообще ни черта полезного не сделали. А идти домой уже через... Слушай, у тебя и написано, что продуктивность так себе. Где? А где это? Ну не говно же. Мы вообще лепили снеговика на работе. Так, чтобы ты понимала, короче, мне понравилось заявление Макса в предыдущей серии. $20 в час, $7. Это мало. Да. В час. Это мало. Это мало. $20 на секундочку. $1. Сколько это в рублях? 80? Это не доллар, это 7 миллионы. Да, ну типа хорошо, ну даже 7 миллион. То, давайте так представим. 27 миллионов в час. Мы аренду платим с тобой 16 кесов в месяц. Какие ты гонченые, что ли? 1200 в месяц. 16? В теории можем стать читерами и просто прописать Мозер. Послушай, сейчас мы тебя в лицо пропишем, если мы будем читерами. Читерами, ага. Осуждаю. Читеры, натуре. Ты что несешь вообще, девочка? Поосторожней с выражениями. Понимаешь, вот знаешь, есть такая тема вот даже, вот в Библии написано. Реально, ты что-то вообще... То, что Адам и Ева, именно Ева пошла есть за бредный плод, заметьте. В натуре, Настя, ты что-то вообще дичь какую-то несешь. Что бы там Макс не сказал, я полностью с ним согласен. Так, мне нужен компьютер. Может, кто тряпка? Что происходит? Да ладно, зайка, не расстраивайся. Подожди, у нас осталось всего 2 дня. 2 дня всего, не бойся, я тебе не говорю. Ну, что там вообще? Нет, 2 дня, короче, ребята, и они начнут делать детей. Ну, что-то вообще тут девочка устала. Реально, что-то дамочка... Да не, брат, пока не так, пока да. Не так радикально. Ну, даже не знаю, это хорошо или плохо. Так-то нам вообще нужен компьютер. Пока что мне никто компьютер не дает. Позвать... Возьми как там у челу люлея, дай. А, стоп, позвать? Подожди, смотри, сейчас я придумал, короче, план. Все, хватит писать. А ну, позови. Да зови его. Позвать? Позвать туалет. Сейчас. О, подожди. Сейчас он идет. Смотри, а я гениально. Сесть. Быстро. Ха-ха, лошара. Опа. Гениальное преступление просто. Обманули. Хорошо, гениально. Семья, карьера, университет. Тайны вампиров. Да куда ты пошел? Ты что, дебил, что ли? Играть, получить дело. Получи дело. Давай получу дело. Мне нравится «Тайны вампиров». Типа сериальчик какой-то посмотрим на работе. Так, ну-ка, что он там тыкает? Нет, тут по идее как бы есть вампиры. Ну, это дополнение. Да, кстати, я скачал Sims со всеми дополнениями, чтобы ты понимала. Ну, да я понимаю. Какой дебил скачает Sims не со всеми дополнениями? Помочь из-за того, что там было все бесплатно. Да, помочь в исследовании места преступления. Прежде чем начинать заниматься своим собственным делом, следует постигнуть азы работы. Помогите опытному детективу исследовать место преступления. Воспользуйтесь схемой преступления, чтобы отправиться на место преступления. Ага. Ты что-нибудь понял? Надо воспользоваться схемой преступления, чтобы отправиться на преступление. Да, а если по памяти? Воспользоваться местом... Отправиться на место преступления. Столько куда-то пойти. Отправиться на место преступления! Вот! Просто! Все понятно! Только что было... Слушай, лапочка, мы его недооценивали. Да. Явно. Угу. 89. Я не понимаю, что с ВПС. Место преступления. На месте преступления вы можете искать улики, которые помогут вам найти подозреваемого. Исследуйте испорченные или украденные предметы и ищите улики на земле, чтобы получить еще больше подсказок. А также поговорите со свидетелями, чтобы составить отчет о том, что произошло. Это знаете, как в этом в Детройте, типа в первой миссии, когда там преступление было? Вот у нас какая-то дичь тут. Ага.
сразу, что? Взять образец, сделать фотографию. Давай сделаем фотографию и сразу, типа, чик-чик, сфоткаем. Что, он заблудился, что ли? Взять образец. Что ты делаешь? Взять образец. С нами чел ходит, и мы ему даем задание, короче. И он фотографирует и берет улики, да-да. Нет, все, вот он рукой взял. Я увидел, потому что я не понял, что это чел. Так, а ну смотрите юркими глазками в свои пиксельные мониторы и скажите мне, что здесь не так? Наверх поднимись, попробуй. Наверху чаще всего дичь происходит. Ой. По законам американских фильмов. Да, вот гномик. Так. Зайди гномик. Тут три этажа, прикинь. Так, сделать фотографию. На самый третий этаж стал. Я не понимаю, что тебе надо, а? Пописать ты хочешь? Сделать радиошутки. Сходить. Зачем? Я не понял, что он делает? Ты его ломаешь. А что он радиошутки собрался делать? Ломать туалет. Реально? Да. Я не понимаю, в этом Симсе столько всего добавили. Подожди, дай я сначала тоже взять образец. Крутые мы работники. Кстати, да, заметил, когда я нажимаю фоткать, фоткает какой-то другой. Да, я тебе об этом и говорил. Ты правильно. Зажечь. А ну, подожди, зажечь это просто ради, типа, все? Ничего такого, просто зажечь, да? А, ну, логично. Хорошо, ладно, допустим. Что тут еще не так? Ты видишь, у нас продуктивность падает, кстати. Ему нужно премию выдать за продуктивность. Вообще, слушайте, не надо критиковать меня, я первый день на работе. Хорошо, не уволили. Вот это вот странно, мне кажется. Не, подожди, это нормально. Это более-менее. Вот, искать отпечатки пальцев. Вот что-то она прозрачная почему-то. Смотри, видишь? Она реально прозрачная почему-то. Да, здесь что-то было. Интересно. Но мне кажется, ты просто у вас что-то компьютер не отгружает. Точнее, у тебя, конечно. У меня? Ну, кстати, да. Здесь... Я вообще не понимаю, что с Симсом происходит. Я просто реально 60... А, теперь 60. Только что было 14. Что происходит с Симсом? Ну, у меня Fortnite такая хрень. Не, я реально... Багаж был добавлен... Во! Мы что-то нашли. Нам еще такую дичь найти, надо штуки две. Штуки две, а потом поговорить с... А посмотри еще, вон там что-то было. Переименовать Бларфи? Да не нахрен. Ударить Бларфи? Извините, я не хотел, ладно. Хорошо, что вы там говорите? Ты собрал улики с того гнома? Поговори со свидетелем, еще вот два человека. А, в натуре, только сейчас, секундочку, мне чисто интересно, как это будет выглядеть. На тебе полба. Очень странно. Хорошо. Мы всех мутузим, мы мутузили. Это свидетель. Соседа. Да, это свидетель. Мы мутузим Бларфи. Взять заявление. Все. Да что ты там колотишь, медведя? Все, встань от него. Давай, быстро. Да где он там? Господи, даже с ускоренным временем 2 часа шел сюда. Хула-лубум. Господи, такой язык. Список свидетельств был добавлен в багаж. Сфотографировать место преступления. Надо что-то сфоткать. И собрать улики. Еще 2 улики, как минимум, и что-то сфоткать. Ну вот, сфоткай, я не понимаю. Че он не фоткает? Так он не фоткает, смотри. Он идет. И че ты идешь? Ну-ка, че тебе мешает? А, нет, теперь фоткает. А прокатит, если я еще раз это сфоткаю 2 раза? Не знаю, надо попробовать. А вот это можно сфоткать? Мне кажется, не прокатит. Хорошо, вот это. Смотреть. Нет, там должна быть пометочка. Со значком. Я понимаю. Смотреть. Вот это вообще есть? Вот мне смотреть. Попробуй посмотреть на участке. Каком участке? Вокруг дома. Я думаю, тут прикол сам в доме. Я, кстати, тоже... Не, ну, возможно, в принципе... Да нет, что... Вот что с ним? Чего он мигает фонарь? А, нет, так надо. А что мы делаем? Все нормально вообще, что происходит? Ты... Вылазь. Да не, ладно. Подождите, все идет по плану. Собираем улики. Почему? Слышишь, она сейчас войдет, чекай. Заметил, кстати, какая нелогичная обстановка. Типа, стол стоит, ну, типа, это место вообще для стола. Типа, вот тут кресло вообще. А, подожди, а ты в натуре, что тут кресло делает? Сесть. Что-то подстава, по-моему, какая-то. Да не, нафиг, какой-то фигней моей. Я не понимаю. У меня отпечатки пальцев со скрипки наверху. Со скрипки? Ты думаешь, вор пришел, поиграл в скрипку? Ну, я не знаю, она прозрачная. Понимать. Ты что, издеваешься надо мной? И на том самосвале, который мы нашли, короче, наверху. Да ты издеваешься? В натуре вор пришел, поиграл, в скрипку ушел? Поднимись на третий этаж, там вижу, вот прозрачный паровоз. Да, мы уже обыскали, подожди, вот еще нужно в этом... Не-не-не, мы не обыскали ни хера там. Время! У нас один хер время заканчивается. Ну мы вернуться в полицейский участок, подожди, сфотографировать... Не-не-не, подойди, пройди наверх, пока есть время. Сейчас, пройти наверх. На самый верх. Да. Вот видишь, эту фигню, которую прозрачную, которую с тобой посмотрели, но при этом ничего не поискали, я же тебе говорил. Опять отпечатки пальцев.
Так я думал, я нажал. Я думал, он собрал уже. Нажимал. Только нам, да, я нажимал, только нам уже не нужны. Не нужна эта говна. Уже все, да, собрали. Надо фотки сделать. Нужно фотки. А, чего? Все, все мне интересно. Тогда это мема. А чего фотки-то? Вот туалет. Ну, ты гнома сфоткал? А кто-то... Сфоткали. Да, реально, сфоткали. Смотрите, кто-то туалет испортил. Ты. Превьюшка. Сознака снял просто. Ладно, хорошо. Уровень нашего юмора где-то там. Да блин, я не понимаю. Чё сфоткать-то? Да серьёзно, поставь это на превьюшку. Да, сейчас же. Ну ладно. Подождите, я не понимаю в натуре. Чё сфоткать-то ещё? Он готовит уже вообще-то, нормальный человек? Нормально, пришёл, пришёл, похавал, помылся. Да я чисто не понимаю, чё ещё сфоткать? Вот это давай сфоткать. Поспал. Нет. Лучше. Улучшить телек тут мы можем, круто. Вот что это за картина? Оно не так работает, и у тебя через 6 минут конец рабочего дня. Все, понял. Ни с кем говорить мы больше не будем. Как мне вернуться домой? На паузу поставь. Ладно, все уже. Как вернуться домой? За 144 симолеона заработано. 144 гривны заработали. Круто, пойдем домой. Скорее копейки. Я fuck you показал в экран. В смысле, мы за неделю оплатим хату целую, так что нормально. Не, ну, кстати, да. Мы живем. Так-то подожди. Мы... Так это... Мы не будем жить в коробке. Ты понимаешь, это первый день. И так-то у нас еще есть Алиса, в смысле, гном. Что он делает, я не понимаю. Да он там копье будет подкидывать. Ты что думаешь, так? Так, наша книга тут валяется почему-то на улице. И так-то у нас еще есть фея, которая разбрасывает нам кэш по хате. И есть гном, который убирает. Только где наш гном? Там по мелочи все. Я понимаю, как гном не убирает ни хрена. Да, ты что-то гном этой ночи как-то вообще не убирал. Две книги валяются. Гном, ты где вообще? Он жрать хочет, кстати. Да, кстати, хавать, а ну, а если просрочно съесть, что будет? Чё-то не очень я хорошо. Думаю, не стоит. Ладно, хорошо, убрать. Ебать, что за проход? А что за беда, что-то? Что происходит за нахер? Почему они все... Что? Я не один здесь это вижу. Что происходит? Они, похоже, сейчас к нам идут. Чёлка, которая тут стоит, не напрягает? Так ты можешь закрыть входную дверь, чтобы никто не мог пройти, кроме тебя. Для всех, кроме Кари. Закрой дверь, мать твою. А, у нас тут, оказывается, ни хрена себе. У нас тут, кстати, лофт, а я не рассматривал даже. Блин, только у меня... Я создавал просто эту часть, понимаешь? Сами делали, да, точно. Сами. Да что ты, я... Слушай, не надо, а? Ну, в натуре сами. Ну, просто это Макс сделал, я не помню. Я помню каждый коридорчик. Кстати, реально, дверь Макс нормально подобрал. Нет, я старался, братан, но мы смотрели. Смотри, кстати, Настя, двери. Чисто для тебя комнатку сделали даже. Ой. Угу, я чисто. Видишь, как сейчас съедается все. Че там? Че такое? Бомба. Лейла Илс. О, бабы звонят, все. Вы изгои, ваши мерзкие делишки закрыли вам дорогу в нормальное общество, но вам на это наплевать, нам. Что, не понял вообще ничего сейчас. Да, вся Россия не поняла. Вообще да, типа они нас не любят, из-за того, что их этих покидают. Кто это, я даже не уверен. Дискомфорт. Соседка, походу. Низкая температура, холодает. Персонажи могут укутаться в теплую одежду и спрятаться в доме. В теплую одежду. О, ты как? Же создал ему теплую одежду, правильно? Конечно. Ну, так... Кирилл. Что? Это было по твоей части. Да, создал теплую одежду. Ай, интересно. Подожди. Ну, планировочка мне нравится. Вот чисто тепло! Вот! Нормально! Возбужденный. Интересно. Что делать собрался? Качать пресс? Давай, братан, в натуре, давай покачай. Ну-ка, покажи. Он же у нас спортсмен, кстати. Макс, вот, кстати... Даже я так сделаю. Макс, вот, кстати, вот это вот ты, конечно, по-конченному сделал. А стол и тут стены. Зачем ты это сделал, не понимаю? Кто это? Мне понравилось. Мне послушай, не, знаешь, кстати, я это как... видел. Знаешь, это, кстати, как Крэсти Краб, типа, Сквидвард, что давайте, что за... Ты видишь, вот как... Я... Да. Ты видишь, что со всеми... Я единственное, что сделал, это стол, и то, потому что мне понравилось так сделать. Ты видишь вообще, что со всеми людьми происходит? На них на всех маски какого-то хрена. Ну ж праздник какой. Их просто... День дебила, какой праздник? Я не знаю. Штырила там их какой... просто, вштырила. Там ладно. Какой-то праздник должен был быть. Праздник, кстати, да, стоп. Только подожди, праздник-то в среду, так-то, если ты забыл. И, кстати, у них что-то каждый день праздник. Снег выпал, точняк, Макс, ты же просил снег. Да ёб твою мать, да что за... Снег, смотри, выпал. Ну, красиво. Наконец-то, я ждал снег, если честно.
Один день. Ну, ты только особенно не радуешься, потому что еще 5 дней и зима закончится. Вау. Вот а сейчас 80 FPS, я сейчас не понимаю, что происходит. Sims реально что-то бесится сегодня. Сегодня какой-то вообще... Любимые нынче времена года. День записи издеваются сегодня надо мной. Так, пацан, у нас закрыта дверь, наконец к нам никто не заходить не может, и мы выбросили какого-то хрена книжку зачем-то. Лукас Даркс, поставить на место, положить багаж, читать, иди в жопу. Так, теперь подожди, как-то можно смотреть, что он хочет. Естественно, нужна досуг, он хочет досуг. Я бы положил бы книжку на место ему, а то этот скотина стырит же. Ты понимаешь, что ты можешь просто навести на эту книжку курсором и сам ее перенести? Не могу, видишь, я вот пытаюсь, она не переносится в натуре. Или помню, это только с тарелками работает? Я помню, это раньше так тоже можно было, так переносил сам, но почему-то теперь... А! Потому что она не в квартире, я не могу так сделать. Вот эти ну, могу. Выйди в коридор, забери свою книгу. Мне не нравится, что он там лежит. Мне, кстати, так может, это не наша книга. Может, а может, это его книга, он читал тут, может, стоял. А я сейчас заберу. А ну-ка, быстренько прибежал бы его. Халява всем нравится. Смотри, у нас две одинаковые книжки. Одна... Что за дичь происходит? Я не папа, охренеть, я бы уже сбегал, взял бы. Почему у нас книжки размножаются? Что за нахер вообще? Быстро возьми ту, которая на улице. Какую книги мало? Игры. Это пытка для моего внутреннего еврея. Давай, быстрее. Пошел. Опять девка пришла какая-то. Что-то. Забирай книгу быстрее. Да подождите, я ее продам, может. Нечего удалять, нельзя разместить. Короче, да, из-за того, что... Не понимаю, ну что... Просто ее забери. Все хорошо. Поставь на место. Быстро. Так он уже... Вы издеваетесь? Вот у него такая же уже в руке. Да пофиг. Пусть будет вторая. Вторая пусть будет такая же. Интересно. А теперь интересно. Я могу продать ее? Теперь да. Вот это мне уже нравится. $1.7. А если, знаете, такое чисто сидит, читает книгу, я нажимаю ряд... А ну, подождите, кстати. А я могу время дня изменить? Ой. Да. Макс, я случайно продал твое говно. На стрелочку назад нажми. Стрелочку назад. Сколько гривны просрали на это? А, не, все, Макс, забудь, я случайно удалил твое говно. Сорян. А знаешь, я, кстати, помню, тут есть искусство, и можем рисовать картины за бабки. Да, только этому учиться надо. Не надо этому учиться. Просто... Да что там, ёбать. Просто рисуешь нормально. Квадрат говно всем понравится. Еще есть такая тема с картиной грустного клоуна. Если на нее посмотреть, то придет клоун этот самый. Я думаю, не, правда... не думал, это ли хайбер? Грустный клоун. Вот он, да, вот он. Это же, подожди, это же наша квартира, да? Все, вот тут твоё. Да. Вот, и теперь надо на нее просто посмотреть. Слушай, так. Лапочка. Это мой режим. Что? Мне тут Артём угрожает выебать мой рот. Хорош, Артём. Жёстко. Ну-ну. Передай ему то, что он опоздал. По фактам так-то. Подожди. Что это за говно? Ракета. Ну круто. Может поставим ей? Посмотри ты на этого грёбаного клоуна. Хорошо, сейчас посмотрю. Чё ты так... Посмотри, грустный клоун. Всё, чё ты не понимаешь? Чё ты так паникуешь? Бодрость, вот мы, кстати, немножко не бодры, чем плачет. Потому что это грустный клоун. Посмотри еще раз. И долго так сидеть, смотреть? Ну, я не помню, то ли с третьего раза. А у нас хата закрыта, как он войдет? Он придет, он около двери стоять будет. Ну и что, я ему что открою? Пеннивайз, чисто отсылочка. Смотреть. Смотри на картину, пока он не придет. А долго так смотреть надо? Давай проверим. Вот эта вот фраза «давай проверим» меня немножко напрягает. Вот он. Почему у них у всех херня на голове? Подожди, так он зайдет к нам или он чисто пришел посмотреть нас? Ты можешь с ним познакомиться. Так а че он пришел-то? Он просто тут постоит и уйдет сейчас? Если я не познакомлюсь. Просто... Ну, да. А че с ним знакомиться-то, ё-моё, какого херочек приперся, давай сперва. Ну, кстати, так-то по факту. Это грустный клоун. Вы что? Любой игрок в Valorant примерно такой же. Что вы что, не понимаете? Так-то, я думаю, можно закончить серию. Да? Mm-hmm. Что ж. Ну, в принципе, материал давайте есть. Давайте подведем итоги. Итог. Чего мы добились? Лично я просрал 20 минут вебки. Включил ее только на 2 оставшиеся минуты. Собственно, все. Ну, только мы... что я задумался о сути бытия. Она, по сути, бессмысленна. Задумайтесь. Он постарался 20 минут. Чего добился главный герой нашего летсплея? Он получил 140 симолеонов. Познакомился с клоуном. Ну ладно, не познакомился. Я познакомился с клоуном. Выпал снег. Ему стало холодно. Он испортил туалет. Помылся в чужой хате. Достижение. Собственно,
Серия как серия. Значит, ребят, если честно, я... В следующей серии мы обязательно заработаем миллионы, познакомимся с какой-нибудь красивой бабой в Симсе и будем жить с ней долго и счастливо. Так-то я говорил... Всё, это не используя Мазерлот. Да. Да. Так-то... Да-да-да. Так-то я вообще-то думал, что мы на этой... В этом, как бы, летсплее, я даже не знаю, как это назвать, полетим на ракете, но что-то есть такое ощущение, что не полетим. Вообще-то мы обещали в той серии, что мы сходим на работу. Мы на нее... Мы сходили на работу, в натуре мы 114 миллионов. Мы освободили преступника даже. Кстати, интересно, он все еще там? Но об этом в следующей серии. Ты там еще стоит, знаешь, такой. Прикинь, просто все еще стоит там возле вот этого аппарата, там где фоткают, и стоит, ждет чего-то. Знаешь, такой Кирилл удаляет Sims, тот бот, которого выпустили из камеры, все еще стоит. Ладно, короче, все, спасибо. Я заведу свой поблос с мемами, короче, знаешь, такой Кирилл удаляет Sims. Тут чел из тюряшки такой. Да. ГГ. Макс создаст фан-паблик Кири Санчес. Макс создаст фан-паблик Кири Санчес и станет опубликовать фан-приколы. Спасибо всем, ребята. Спасибо. Пока. Целую. Ну, название будет немножко другое, но не важно. Целую. Мы подумаем. Всех целую. С каких пор уже мы? Всем пока, короче.